Всем привет, зрители, подписчики канала на ютубе. Ну что мы? Всем привет. Всем привет, Вероника. Всем привет, солнышко. Всем привет, улыбашечка. Вероника спать уже хочет. Время начало 11, и мы уже за городом, да? Да. Да, правда, здесь кончается уже все Людиново. И, как мы говорили, мы идем на кладбище. Вот, просто дедушка был ветеран, бабушка. Ну и так еще раз, сразу заодно проведать остальных всех. Погода сегодня у нас непонятная, кстати, если честно, но парит. Парит ужасно, я уже не могу. И, скорее всего, Москва... Давай, сейчас подержу. Москва разгоняет тучки. И это дело сюда шло до нас. Да, Вероника? Что там хочешь? А? Вот. Ага. Ладно, как твои дела? Ты нормально, сегодня встали, как обычно. Все вместе сегодня, да? Отвел Илюшу в сад. Неохота было ему идти, но... Я сказал, что пораньше заберем, так что все будет нормально. Что-то положить тебе хочешь? А? Все, 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 баеньки. Сейчас налезу. Цветочки купили тут. Маме тайный веночек такой вот. Сердечком сделан. Все, все, везите ее, царевну. Ну вот, это парень, не знаю. Будет дождик, не будет сегодня, может быть. Ветра вообще нет. Постоянно мы здесь раньше снимали, да, когда шли сосновый бор такой вот. Все, ты обиделась, мои слезки пустила. Ой, все, все. Все, хочет спать, естественно, на коляске неудобно. Да? Вот, надо баньки-баньки сделать, поспать. Дай молочка, ему поспать. Кстати, перешли железную дорогу, не знаю, что это. Там женщины, я не знаю, тут, блин. Мешает цветы. Так, что-то собирают. Припрятано, что там они собирают. Вроде трава, а что там можно, сейчас собирать? Таня, не курсишь, что сейчас можно собирать? Даже не знаю. Мари. Не знаю, что там можно, железки собирать сейчас. Потерял. Потерял один? Ага. Вот. Идем мы, короче, туда, сейчас на кладбище. Чтобы успеть. Владик еще 12 должен прийти сегодня. Кстати, Владик учится в понедельник, да. Когда весь вся страна вроде бы отдыхает. Владик учеба сегодня созванивался с учительницей, да? Да. Не знаю, конечно. Сады точно не работают. Почему школа работает, не знаю. Очень странно, конечно. Так что Владик отдыхает всего 2 дня. И то есть сегодня получается, что же художка у него, футбол. Завтра футбол. Ну да, работа обширная, конечно, программа. Надеюсь, не знаю, как-нибудь все это получится. Хочется, конечно, концерт заснять. Вот. Ну и, скорее всего, доснимем просто отдельный будет ролик как-нибудь, да? Потому что, чтобы не делать большой влог. Ну да, мы сделаем влог влогом, как положено. Да, чуть концерт. А так, концерт, конечно, да, программа будет большая, конечно. Мы можем уже программу, только стоит снимать. Ну факт того, что мы тоже не можем по целый день снять. Потому что и футбол плюс снимает, тут снова чего. И футбол, и плюс, если мы концерт. Домой, то мы тоже хотим отдохнуть, естественно. Да, перед вечером уже. Посмотрим. Почему-то как обычно. Вот они, кстати, подснежники вылезли. Я думал, в этом году подснежников не будет. Вот они. Май месяц подснежники. Прикинь, это когда мы на работе ехали в апреле. Мы же через лес ездим тоже, когда на работу. Ребята, о, подснежников нету в этом году. Вот они, подснежники, подснежники. Вот те май месяц, да? Уже ландыши распускаются, тут подснежники. Тюльпаны вообще цветут. У нас только подснежники. Такое ощущение, что снег только что, да, сошел, и только первое тепло. Ну, действительно, погода сейчас стоит уже не 5, да, шикарная, 6 практически. Считай, холодно было 1 мая тогда только. Да. Вот со 2 уже более-менее так вот начало 3 мая тепло. Сегодня 8 мая, да, и хочется сегодня, кстати, чуть с опозданием, но поздравить Лилю с Казахстана. Днем рождения, да. Счастья, здоровья, любви, все самое наилучшее, чтобы ваши планы все осуществились. Да, так что всего самого наилучшего. Поздравляю. Так что, ну ладно, чуть попозже этот лох выйдет, но все равно, я думаю, будет приятно. Ну, поздравления, день рождения же. Да, 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 будет, думаю, приятно, если они надо будет смотреть. Да. Вот такие дела. Так, ладно, все, идем уже сейчас, будем ехать дорогу. И увидимся, наверное, уже на обратном пути, да? Да. Вероника, ты же выспались? Да, скажи, поспали чуть-чуть. Ну все, уходим уже с кладбища. Ко всем сходили. Ну, дедушки посидели чуть побольше. Вот. Тоже вспоминал, как с ним ездили.
Тоже много рассказов про еду рассказывал. Не, хай, нет у меня ничего. Мариман был. Нет, хорошо сегодня, кстати. Вот не жарко сейчас, вот именно здесь, да, вот в лесу. Вообще. Что? А мне тоже там конфета прицепила. Конфета, да? Ну, по кладбищу много родиска. Да, в конце мая троица, правильно. В конце мая мы придем. Там получается, да, 20 какого-то. Вот. Бабы или хорошо сходили, посидели. Да. 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 На кладбище хорошо ходили. Ну ладно, что тут делать. Потому что дорога вот это убивает. Вот повороты здесь как-то сделали. Вот здесь не могли сделать, продолжить, да, чуть-чуть. Хотя здесь уже утоптано все, особенно когда приезжают. Машины такая родительские большие. Ну да, тут вообще до самого кольца. Вообще, да. Вот так вот гоняют. Здесь тоже, кстати, вырубать стали очень много. Везде, наверное, сейчас. Вот столько не проезжаешь, что вот что возле Дядькова, что в сторону Кирова. Все это везде вот вырубается. Да, леса с разных сторон, кстати. Что ты? Кушать хочет. Мам! И кто-то выглядывает, а? Мам, кто выглядывает? Мама. Она не будет? А? Петюшки не будет? Не знаю, что вот. Не, красиво уже, вот май уже все вот расцветает. Угу. Березки, липы, кустики, все такое. Человек-то не так очень парит, да? Хорошо, сейчас там, да? Вообще шикарно. Сюда шли прямо к Раулу. Ну да. Ладно, сейчас время уже 15-12. То есть быстренько мы за 40 минут управились. Так. Везде забыли. Везде. Что ты ей хочешь? Печенье. А, печенька ее, да? Твоя печенька. На. Печеньки, печеньки. Слушай. Так, машина, наверное, едет, нет? Тишина, красота. Сейчас Владик в этот раз мы успеем, ну, мы успеваем хорошо, в принципе, от нашего, где мы живем, сколько, 35 минут, да, в нашем шаге, в принципе, я считаю, нормально. Пройтись по свежему воздуху. Да, не, мы давно, может, не были, кстати, на нас, по осени, в этот раз. Да, по осени. Мама ходила. Такие сосны у нас. И лес красиво, если просто. Очень красиво. Если бы все это, конечно, что за собой постоянно выбирали, потому что очень много места, где действительно хорошо отдохнуть, все это, ну, очень, в принципе, как на, не знаю, в туман. Не, позапрошлым он уже снимал, да? Да? Да, еще 2 года назад снимал первые ролики, что действительно полянки хорошие есть для отдыха, для всего, для, даже для игр, футбол, что в тренинг сыграют, то самое, бадминтон. Ну, то, что, ну, и оставляет, конечно, бардак. Да. Так вот вроде проходит, блядь, чистит. Особенно как бы субботники эти в лесу проходят, ну, не знаю. Ну что, вон наша уже кольцевая. Считай, с кольцевой, да, там, да, значит, уже есть, начинается Людиново. То есть это мы уже не Людиново, мы уже в Людиновском районе здесь чуть-чуть. Кладбище находится у нас как бы. Ладно, красота, все хорошо, а? Угу. Что, увидимся уже дома, наверное, когда придет Владик. Да, пойдем. Да, все. Итак, мы уже пришли домой. Время сейчас 12:30. Встретили Владика. И сразу же он ушел у нас на футбол. Сейчас Сережу тоже отправили в магазин, потому что надо купить. У нас кончилось для стирки ополаскиватель. И как бы у меня очень много сегодня стирки, поэтому сейчас быстренько проводила магазин. Сама же буду Веронику постараюсь уложить спать, потому что поспала она очень мало на улице у нас. И надо будет менять за Тошей, за кролик, за кошкой подстилки, немножко подубраться, потому что завтра точно уже не убираться, 10-го нам идти на день рождения, как бы, потом надо немножко будет навести порядочек дома. Ну, пока как бы так. Вероника наша, что тут делает? Что? Воюешь, Вероника? Встань, хожу на ножки. Сейчас ее положу в кроватку, специально не стала бывать, как бы сейчас положу в кроватку ее, пить молочко и попробую все-таки уложить спать. Аккуратно, топ-топ.
Кстати, читали мы Илюше эти книжечки, сказки. Илюше очень нравится эта книжка, поэтому, говорю, как бы сказки довольно-таки интересные, познавательные. Конечно, эффекта сказать, конечно, не могу еще ничего. Будет, не будет. Воспитательный эффект, как там написано. Ну, посмотрим, будет видно. Так, кстати, сейчас мы зашли в магазин. После кладбища купили кошке наполнитель. Кто смотрит наши влоги давно, знает, что я брала наполнитель такой розовенький. Вот даже фирмы Crystals только розовенький. Сейчас его не было. Взяла вот такой вот зеленый. Это получается универсальный, как для девочек и для мальчиков. Сказала еще лучше. Сказать не могу, лучше, не лучше, хуже, не хуже. Вот так вот он выглядит. Впитывает до единой капли. Но этой фирмы, хоть и стоит тот розовенький, стоит 315, это стоит 330. Я им очень довольна. Говорю, буквально у нас сейчас вот у него наполнитель уже, как бы не соврать, больше 3 недель. Почти что месяц. Ну, не месяц, конечно, но больше 3 недель, это уже стабильно. 3. Ну, да, даже, наверное, чей-то уже месяц, наверное, наполнителю. И до сих пор дома нету, как бы, запаха такого. Как бы, ну, просто вот уже все, конечно, он уже полностью просто забит. Поэтому, естественно, уже такой вот, когда она именно ходит, потом небольшой запах есть. Но чтобы так стоял, как раньше, запах от кошки, такого нет. Потому что я этим наполнителем очень-очень довольна. Говорю, всем советую. Говорю, вроде, вы знаете, сначала цена 315 рублей. Немножко отпугивала для наполнителя. Думаешь, который выбросится там за 2-3 дня. Нет, он у нас уже не держится. Даже у нас выходит пачка вот такая вот больше, чем на месяц. Это месяц, там и неделя. Конечно, как будет лето, там сказать тяжело, потому что летом дома тепло, будет такой же эффект, не будет, как бы, но факт остается фактом, что на данный момент я была очень-очень довольна. Сейчас буду менять кошки подстилку. Тоже, как обычно, взяли вот этот вот, как мы уже не раз, показывала я его не раз уже, зонник. Ну, я им особо, знаете, разницы не вижу, 95 рублей он стоит. Я привозила с Атака каждый день наполнитель, абсолютно ничем не хуже, только стоит он 40 с копейками, наверное, вообще ничем не хуже. При первой же возможности, когда поедем в Калугу, обязательно возьмем наполнителя, возьмем как бы это тоже, потому что, говорю, я разницы не видела, что за 95 я беру, что за 40. 40, наверное, да, я была. Или 38 вообще. Ну, никакой разницы. Что это я меняю через 5-6 дней, что это я меняю через 5-6 дней. Потому так аккуратно, а то бахнешься. Бах сделает Вероника. Так, ну все, сейчас мы начинаем. Пойдем, почти положу аккуратно, попьет молочка она. И начну убираться. Увидимся немножечко попозже. Так, ну что, пришел я уже с магазина. Сбегал там немножко. На вечер взял перекусить. Ну, я сказала, что за этого. Танюшка тут убирается. Да, немножко за порядок навести. Да, да. Завтра праздник. Завтра праздник. 10-го тоже мы не сможем. Вероника наша не спит, да? Нет. Не спит. Так, пойдите, покажу немножко покупочек. Совсем не может, в принципе. Все по чуть-чуть. Короче, водичка. Шишкин лес. 5 литров. Так, 40 рублей. Сразу цены варить, я буду управлять. Так, 34, это вот для салатика, сегодня мы будем делать салатик. Это петрушка, укроп. Это, в принципе, из-за лука, из-за укропа я брал петрушку, в принципе, салат не будем добавлять. 34 рубля. Так, такие целебные, 17 рублей. Это я пью водичку. Кефир 1% взял, сухиньский наш, калужский, 50 рублей литр. Так, сыр лаймы. 130 рублей такой. Ну, уже брали, это его вкусно, кстати. Так, это сыр на бутерброды, Владик, что есть. С колбасой российские. 189,90 килограмм на 70 рублей, 300 грамм. Это магните были, и в этих пятерочки, и в Люмаре были. Стародворская колбаса молочная 109 рублей. Киви по 107 рублей, не знаю, где тут. Киви взял. Да. Ой, это я не знаю. Не, ну немножко не сильно они. Средние такие, но не сильно жесткие.
Так, бананы по 52 уже в мае месяце. Сейчас были 49, сегодня 52. Ха-ха. Вчера мы не стали брать. Сегодня взял 52 с чем-то. Так, сейчас с магнита. Три диска по 25. Хочу на складе сделать. Это диска, яичком и огурчиком. Прикольно. Прикольно, да? Да, по 25 редиска. Так. Так, фрош 128. Это сейчас вот на. Да, это я ждала. Да, белье стирать. Ополаскиватель. Так, и молоко большая перемена, 54 рубля. Все, такие небольшие покупки. В принципе. Ну-ка, бананы точно. А, да, вот, кило 300, 67,36, редис 26,90, а, 26,90. А, и киви 600 грамм на 60 рублей, по-моему, по 107 рублей, не знаю. Так, все. И пятерочки, сколько там зависло этот. Зелень на сорти, да, 33,90 и... Шишки лес 40 рублей, короче, водичка стоит. Ну, такие небольшие покупочки, в принципе, то есть мы сделаем салатик с редиской, Ну, и детям тут тоже самое, бананы, там еще есть киви, колбаска, кефирчик, молоко. Так, особо ничего, в принципе, все дома есть. Вот, кстати, еще одну новость хочу сказать. Танюшка уже знает, да. Позвонили сегодня с работы и предложили на следующей неделе, 17 мая, в воскресенье, поехать в Москву на футбольный матч Спартак ЦСКА, да, на стадион Спартака, это как открытие арена. Вот, ну, естественно, согласилась, потому что едут все заводы, все ребята, ну, знакомые, в основном начальство на маршрутке. Ну, вот, просто просили, там, скидывали. Ну, в принципе, билет дешевый, 900 рублей. Ну, и проезд, как обычно, там, 900 там, или 1000 рублей, в принципе, Москва, как у нас, в принципе, все, у нас все берут нормально. В общем, действительно, хочется. Ну, так, это как называется, дерби московское. Ну, да. Вот, тем более еще на открытии арены это не было. Меня приглашали в том году в сентябре, но что-то я не знаю, зачем я не поехал, там, не помню ничего. Ну, короче, фатал, потому что, конечно, я знаю, что если Ларин запомнился, просто но дело в том, что билетов только ограниченное количество. Да, 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 на одного человека. Едут только взрослые, там без детей. 9 или 10 человек всего едут. Да, как бы поэтому, конечно, Владик бы тоже, наверное, ужасно хотел бы съездить, но ну, конечно. Так получается, что... Там бы все детей. Просто, да, там бы все дети поехали. Все, там бы все дети, детей выбрали. Там мальчишки, да, в основном. Ну, в основном, да, там есть начальство, я знаю, да, уже. Вот, пятерых начальство, как пятерых или шестерых точно я знаю, кто начальство. Да, поэтому... Ну, предложили, это серьезно, потому что в сентябре мне предлагали. Нельзя, не знаю, почему не поехал, не, помню. Помню. Да, то ли у нас Илюша болел, что-то я не помню. Да, что-то такое было, наверное. Тоже предлагали на спартаковский именно матч, на открытии арены. Ну, посмотрим, стадион хороший, в принципе, по телевизору я видел. Ну, и, в принципе, уже давно не был в Москве. Последний раз на футболе я был в 2011 году. Да, мы ездили. Да, беременная была Илюшкой. Да, 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 да. Да. Я была беременная Илюшкой. Когда мы приехали вместо там 12 или 2 часов ночи в 4-5 утра, по-моему. В 2011 году ты не была беременной Илюшкой? Нет, Сережа, я давно была беременная уже. Значит, это было не 2011, значит, это было 2012. 2012? Да. Да, значит, было 2012. Я была беременная, это точно знаю. Ну, это было, я помню, июль или август. Это точно говорю, это была беременная. Ну, не помню. Короче, мы ездили тоже на Спартак, еще на Лужники, на старые... реконструкции, там еще сейчас реконструкция идет, играли с Легией, с Польской. Вот, ой. Не знаю, посмотрим, короче. Ой. Интересно будет. Что ты поясницу съел? Нет, факт в том, что это будет 17-го, 18-го мы уже едем на концерт. Так что почему тут, моя красотка? Тут два дня будем, получается, разъезд. Ну, интересно, конечно, съездить. И ни разу я не был, кстати, на чемпионате России, вот именно на футболе. Так вот был на таких матчах, но именно на чемпионате России. Не. Да, бардачок? Девочка, ретро. Так что ладно. Молодец, умничка, куколка наша. Поигралась, мама уже успела. Фарик будет по телевизору смотреть, Спартак ЦСКА. Где-нибудь там вот я проскользнем. Проскользнем где-нибудь там в камере. Мне просто интересно действительно съездить и посмотреть. Действительно, стадион говорит, хороший. Будет принимать матч чемпионат мира по 2018 году по футболу. Так что посмотрим. Поснимаем, конечно. Придется собрать, но вторую камеру сразу придется брать, снимать на две. Я просто представляю, там действительно будет полный стадион, потому что я сколько раз смотрел по телевизору, действительно, дерби из дерби, то есть по 60 и по 50 тысяч, а тем более стадион почти, вообще он футбольно считается, действительно он будет битком. Да. Да. Впечатление будет масса, конечно. Завтра, да, мы идем на демонстрацию, там все это дело уговорим, уже точно сказали. Да, Вероника? Да. Нет, ты тогда с мамой пойдешь. Мы пойдем тогда с мальчиками на демонстрацию, да? Мама будет в коляске, где-нибудь нас там ждать, потому что
как мы этой демонстрации идем, это приходишь к 11, а еще ждешь минут полчаса, тем более, если солнце будет, конечно, невыносимо. Как в том году то же самое с Илюшей было дело. Потом на ручку запросился, потом начались что-то музыка, песни, и он вообще там чуть ли не закричал, да, в том году это было. Вот, такие, в принципе, дела. Так, ладно, блох уже, кстати, угружается, сегодня поздновато, потому что действительно были на кладбище пока с утра, и, ну, буквально сейчас не знаю. Так, 14 минут плюс обработочка, ну, думаю, полтретьему к трем уже все дело будет готово. Так что, все, мы занимаемся делами. Да. Я раздеваюсь и ждем уже Владика с футбола. Всем привет, Владик сказал. Владик знает, что под глазом типа синяка, да? Где ты ударился, рассказывай уже. Около парты. Около парты в школе Владик у нас летел. Нет, он же, ты же его не видел, он же такой же пришел со школы, красавчик. Как дела в школе, рассказывай. Нормально. Нормально? Что, когда в школу? Привет. Понедельник, в школу. Да, очень, да, ну, мы вот там говорили, там логи уже, да. Сейчас вот Владик недавно пришел, время 23, туда-сюда, я еще никак не закончу с уборкой, все убираю, что-то мою, никак, развозилась. Вероника наша кушает. Да, ням-нямка. Так, ням-нямка, давайте-ка со стороны встану. Ой, не могу. Не надо, не срывай, пожалуйста, не надо. Не могу. Не надо срывать, мне брокколи. Да, сегодня мы кушаем брокколи, некогда особо было готовить. Завтра, да, обширная программа, раз собираемся на демонстрацию, потом уже со всеми кумовьями, все кумовья будут на демонстрации. В принципе, там Адулёва был. Но не все. Будет, и Серёга будет. Ну, как бы, да, знаете, Владикова, конечно, нет. Вот. И Зара где-нибудь прооперируемся. Зара тоже. У Сергея, у него Таня будет 12 часов выступать. Владик у нас 2 часа выступает, как бы футбол, то есть, наверное, никуда мы здесь неподалеку где-нибудь встанем. Да, что никуда мы, короче, не попадаем, там, как бы, там где-нибудь так посидеть именно конкретно. Вот вот. Даже дети наши. Вот так вот. Что, свинья? Да. Свинка? Владик, неси это полотенчика. О, салфетка, Сережа, сзади, не надо. Есть. Не надо. Поросенок, хрюшкай. Обязательно своей рукой влезть туда? Ой, еще салфетка. Там чуть-чуть осталось, наверное. А, ты так, он себя уже... Как поросенок. Свинка маленькая. Да, Дач? Вот, так что, наверное, будет насыщенный. Насыщенный денечек, да. Хочется, как бы, надо еще... Подожди. Да, Владик на день рождения пригласили. Кстати, Владик на 10 числа идет на еще на день рождения. Снимает футбол. Да, у мальчика. И, короче, не знаю вообще. Ну, это нет, это чуть похоже будет. Сначала мы идем к 2 часам Гали. На день рождения. Затем дед, наверное, повезет Владика на день рождения к мальчику, к этому 4 часам. А там уже будет дальше видно, сколько они там пробудут, вообще, что там пробудут. Это, короче, пока еще неизвестно. Ну, тогда мы созваниваться уже будем с родителями просто перед тем, когда... Вот. Такие у нас, в принципе, на данный момент дела. Да, планы такие у нас, короче, не знаю. Планов много, много чего хочется. Ну, что-то вообще какой-то. Непонятно, что творится, короче. Сережа на футбол, Владик. Кстати, тоже хочет на футбол, но вот мы объяснили ему то, что... Там на не то, что на тебя билетов нет. Если бы ехали с папой вдвоем бы, то да, другой бы разговор. Поехали там на автобус там, или на машине просто. А тут другая ситуация. То, что это папе так предложили с работы, позвонили. Это же не то, что там как-то папа там сам. Я готова постоянно ездить там на футбол, на с работы. Да. Кстати, Татьяна ошиблась, правильно? Это было в 2011 году, в августе. Что-то я думала, что я была беременна на тот момент. Я был в Москве на футболе. Да, мы же посмотрели по фотографии, посмотрели по матчам. Да, я уже помню, я просто, что... Чего ты у меня так это... Что я была в момент беременна, не знаю, как же. Леги, Вероника. Вот так вот. Спартак и Леги, а кто, кстати, выиграл? Леги, да, выиграл перед вами. Ням-ням-ням-ням-ням. Мы тогда начинаем ням-ням говорить. Так, получите ням-ням. 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 Да? Так, мы не поспали еще. Сейчас... Ничья, 1-1.
Да, Алексей, ничья. Один, так, один, давай один. Посмотрим. Зара будем Владик как смотреть, как он играет с 2006 годом рождения. Да. Давай, боюсь. Давай. Боюсь. Играть, а не боюсь. Зара будет тебе много поддерживать. Там тут много народу, конечно. Поснимаем, да. Да. Я чувствую, надо играть та же камера. Она будет плохо чуть-чуть снимать, но скорее всего. Но выхода у нас она не будет, а что телефоны тоже особо не наснимаешься, все забито. У меня на флешку, на эту, на которую снимаю на Canon, у меня получается, по-моему, 49 минут чисто времени снимать. А если снимать, то так вот хочется побольше, конечно, если будешь концерт, что-нибудь такое там выступление. Котенок, сейчас будешь кушать. Получается. Чего там? Печенье. Ладик, Ладик, на кухне, я только убралась, зайка. Нет, я только давай, убрала. Все, Вероника поела, сейчас давайте укладывать Веронику. Сейчас Вероника укладывает, сейчас будем обедать. Все, туда у нас собирается за Ильюшка. Нет, сыночек, все, на кухоньку идти. Только все поубрала, все помыла. И так уже каждый день крошки. Крошки, крошки, везде они. Да. Убираешься каждый день, и толку никакого. Все, вот молодцы. Так, молодец, доча покушала. Так, ну ладно, пойду я до... убираться до конца и увидимся уже немножко. Да, вот так мы не любим вытираться. Не, мы иногда любим, а вот что-то за столом мы не любим вытирать. Увидимся немножко попозже. Все. Итак, мы уже на улице гуляем. Ильюшка забрал папа садика. Наверное, не здоровались, или не знаю. Владик проводили художественную школу. Там Сережа с Вероникой. Заворачивай, Ильюшка, молодец. В другую сторону поворачивай, в другую. Вот сюда. Поворачивай, молодец, Ильюшка, сам рулит. Умничка, сам за рулем. Так, вот сюда теперь выворачивай ровно. Так, Илья. Ай, по клетке поехали. Давай, 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 давай. Молодец. Молодец! Вероника нас топает, топ-топ-топ. Так, Илюш, сворачивай, иди сюда, вот, поворачивай сюда, вот сюда. Вот сюда, вот так. Вон, где папа? Молодец, Илья. Молодец, выворачивай руль правильно, делаешь правильно, зайка. Вот так наш Илюш катается. Ходили в магазин, там Владик кое-что из обуви прикупили, но мы покажем дома. Вероника, папе сворачивай, куда сворачиваешь? Так, сворачивай. Молодец, давай, давай. Вот видишь, папа колясочка рулит туда, папе. Нам Вероничка топ-топ делает. Да, получается, видишь, мы молодцы. Серьезный за рулем, а то. Он топит-топит-топ, Вероника, топит-топит-топ. Илья ж поехал. Так, фонтан наш. Илья, выворачивай руль, сейчас режешься. В другую сторону, в другую. Ой, да. Авария. Итак, ну что, у нас уже время 20:09. Извиняюсь, что будет мне так слышно плоховато, немножко Серёжа подстыл. Заболел, ну не да, заболел, а простыл. Да. Кстати, вчера еще даже было заметно, потому что по некоторым видео, ну, вот, комментариям сказали, что плохо слышно меня, действительно уже заболевали. Ура, тогда будем кричать, да? Да. Так, ну что, сразу хочется поздравить всех уже с наступившим с праздником Днем Победы, всех ветеранов, кто вообще воевал, действительно, кто отдал, действительно, жизнь нашей родине. Ну да, Советскому Союзу тогда еще СССР было, да, действительно, то, что война есть война, это действительно большое дело было сделано. Так что и завтра мы действительно и почти, в принципе, пройдем. Почтим память, действительно, как бы это уже шествием нашим, да? Это не считаю, я не считаю, это демонстрация, а действительно шествие, да, посвященное 9 мая, 70-летию Великой Дню Победы. На парад 9 мая завтра, да? Мы тогда идем с Ильюшей. Да, все с праздником. Идем это с Ильюшей и с Владиком. Это на самом, ну, от нашего завода будет шествие.
Вот, ну и Татьяна уже потом будет уже в городе, с коляской уже подойдет потом. Как... Папа. Да, и с папой на парад. Зара, действительно, я постараюсь побольше поснимать, что именно концертная программа, что-то будет. И так вот еще футбол. Мы там долго будем. Ну, долго-долго, потому что это еще футбол, потом что-то будет. И в конце, конечно, вечера будет салют. Да, фейерверк. Салют. Да, как обычно, как обычно, движение будет перекрыто у нас в городе, как обычно, машина будет стоять возле нашего дома. Как обычно, у нас возле дома перекрывают движение. Там не музыка, там будет представлять, как обычно, завод, кто идет, и все будут говорить ура, там все такое, будет все сниматься, конечно. Ну, скорее всего, Татьяна будет снимать, потому что я с трою не буду снимать. Посмотрим. Ну, хорошо. Пойдем, все, не бойся, все нормально. Не пойдешь на парад? Нет. А ты шарик не хочешь, Пашок? Я хочу. Ларик хочет, а ты? Ты же уже на год повзрослел, Лев. Да, Сереж. Ну, все, хорошо. Хорошо. Так, хочется еще передать привет Андрею Леотину, ник на ютубе. Передаем большой-большой-большой привет. Да, большой, от нашей семьи. Как бы мы так немножко, если у нас разбросанный влог получился, как бы вечером мы не снимали дома, потому что я готовила вещи деткам завтра. Я делал это ужин. Да, на празднике готовила деткам вещи. Что у нас сегодня? Фасолька зеленая, брокколи с фаршиком. Привет! Да? Что? Казик пришел недавно с художественной школы. Да, что ты получил? 5. За какой рисунок? За который я доделала. Военный. Не видели? Я маме купила конфетку. Конфетки, да. Там, да. Ладно, покажи свою обновочку. Какую? Забыл. Туфли, Владик. Да, сегодня купили туфли. Но я сказала немножко во влоге, когда еще снимала машинку. И моя папа. Кстати, я даже не знал, что Илюш не здоровался, оказывается. Да. Папа не снимал садика. Я не снимал садика. Вот такие красивые туфельки. Да. Ого! Не пойду. Прошитые, все нормально. Да, такие классные. Fashion Sport. Спасибо. Ну, летний вариант. Ну, летний вариант, да. Просто сначала лайк посмотрел на другие туфли, скажем так. Ну, а это чисто вот в школе. В школе, да, уже как бы купили. Второй класс. Да. Смысл брать закрытые туфли на лето. Фонтан был? И ты на машине катался, и Бондар тут молодец. Да, молодец. Закрытые туфли на лето брать не стоит. Лечный молодец, кстати, Владик, катался один на машине, без радиоуправления. Прикинь. А он мне уже сказал. Сказал уже, да? Же, похвалился. Вероника, что ты там, а? Скатилась, да. Я пойду. Завтра накатаетесь, шелков наедитесь, это все будет. Завтра большой праздник, действительно, и все это будет. Завтра на машинах накатаюсь. Ну, посмотрим, что там будет. Ну, тоже вечерком надо. Посмотрим, что вообще в парке будет, Владимир. И дай бог на погоду хорошую, самое главное, дай бог. Потому что все-таки у нас серовато все, да? Так, что такое? На небо повалились. А, на повалились. Так, все, успокойтесь. Вот все, вот такой вот все, а? Вот все, спать хочется, все. Во-первых, спать хочется. Сейчас сбились в графика. Ну, на час раньше забирали, да. На час раньше подняли, на час раньше, короче, получилось и полник, и все, и на час раньше. Отойди меня. Так, ну что, ладно, будем прощаться. Еще раз всех с праздником. Да, еще раз всех с праздником. Всем пока, всем спокойной ночи. Еще с праздником. 9 мая. Да. Днем Победы. 9 мая. Пока-пока-пока. Всем приятного просмотра, хорошего настроения. Всем пока и всех с праздником. Пока-пока-пока-пока. Ладушки. Так, ну что, подписывайтесь на канал, оставляем комментарии, ставим лайки, дизлайки, кому что нравится. Всем до встречи и всем пока. Увидимся с вами завтра, уже 9 мая, в День Победы. Да, 9 мая. Да. И это мая.